Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить второго Лего Бэтмена на 100%. И я думаю, это будет последний выпуск, потому что нам осталось совсем чуть-чуть. Тут осталось чисто золотые кирпичики, транспорт и все. Тут ничего особо такого-то нет. Сюрпризы я включаю только потому, что там сердечки какие-то есть, которые нам неуязвимость дают. Вот это нам пригодится, потому что это будет сильно меня бесить, когда нас будут просто убивать постоянно только из-за того, что какая-то там загрузка идет. Так, в этой части остались только одни ворота, которые мы пока что не можем ничего сделать с ними. Вот сюда вот, да? Угу. Так, персонаж. Естественно, включаем Супермена, он летать умеет. Далее. Не то. Как там карта? А, все, забыл. Так. Так, у нас восклицательный знак поставлен, значит, полетели к нему. С какой он стороны? Стоп. Ага, все, вижу. Ой-ой-ой, давай... Чуть поадекватней. А, вот что-то есть. Подожди, стоп. Вверх. Вверх. Просто вверх. Ага, вижу. Вот сюда нужно Робином, да? А с какой стороны? Ага, вот где-то даже отсюда, да? Где-то вот отсюда. Подожди-ка. Вот он, костюм Робина, но нет. Это только электрический. Ну, магнитный. Магнитный нам не нужен. Стоп. Так, вот здесь бы зашел Робин, но тут у нас электричество, оно нам не нужно. А здесь нужно смыть хорошо. Это Робин... Ой, нет. А можно... Во, спасибо. Так. Здесь, ну, здесь, скорее всего, смывающий костюм Робина, он нам не нужен. Но чтобы убедиться просто. Он не он. Да, смывающий костюм Робина, но он нам не нужен, повторюсь. Нам нужен именно костюм гимнаста, чтобы вверху смыть эту гадость. Фу. Открыть эту штуку. Вот. Где-то здесь должен быть костюм гимнаста. Ага, вот он. Все, стоп. Так, у нас есть специальный персонаж с водометом. Повернись. Все, у которого водомет еще и бесконечный. Так. Ну, хотя бы вот так вот, чтобы не надо было снизу полгорода вот так вот пролазить. Хотя бы вот так вот, где-то близко, чтобы было. Чтобы мы не просто же так собирали персонажей, правильно? Нахрен они нам нужны, если мы их собрали, но пользоваться ими не можем. Точнее, негде. Ладно, вот так вверх залезли, тогда нормально. Угу. Так, убери. Так, и Супермена сейчас включим, когда пройдет загрузка. Ну, 27, сколько там осталось? 27 золотых кирпичиков, это очень легко будет. Считаю, что не все вот такие вот сложные, некоторые супер легкие будут. Так, вот здесь, как получить кирпичик? Ага, вижу. Видишь, один кирпичик мы 2 минуты получали, а другой мы получили вот за пару секунд. Сколько? Ну, секунду 15, наверное, ушло. Так что да, оставшиеся 26 мы сейчас легко заберем. Так, что-то вверху, ага. Куда-то вот сюда вот. Только, пожалуйста, опять без костюма Робина. Отлично, вроде его там и нет. О, замечательно, прям идеально. Стоп, спрыгни. Так, потом на этой башне еще есть. Так, осталось 25, отлично. Совсем чуть-чуть осталось. Транспорт еще поездим, покупаем тоже. Ну, полетаем, понаходим. Ну. Ой. 2 золотых кирпичка, оба вот так вот вверху. Опустись, стой. А ясный, видимо, с той стороны точно такой же, да? Ну, тут хотя бы не такая яма, как в головах этих лего-человечков. Отсюда мы хотя бы спокойно выйти сможем. Потому что там... Ай. Так, отлично. Да повернись. Да, это явно делали игру чисто на этим приставке. Прям отвратительно это управление, прям чувствуется. Угу. И куда ты полетел? Причем я не летел, он просто поскользил. Он поскользил, но вверх. Поскользил вверх. Ну, да. Ну все, давай иди, ага.
Господи, чё ты в стену-то летишь, а? Во-во-во. Так. Наконец-то. О, еще идеальная цель. А. Твою мать, тут тоже надо... Хотя магнитный костюм. Вот, вот так вот надо было изначально делать, чтобы где-то рядом что-то находилось. Типа, если у тебя нет персонажей, ты сначала хочешь золотые кирпичики собрать, то иди занимайся этой фигней хорошо. Но если ты уже постарался и открыл всех персонажей, ну или почти всех, чтобы у тебя была возможность вот так вот сделать. Просто подлетел и забрал, что нужно. Все. Без этой фигни. Так. Повернись. Ага. Так, попадает. Спасибо и на том. Еще один золотой кирпичик. Хорошо, ну вот смотри, 6 минут всего прошло, а мы уже сколько их собрали? Сколько? 5, по-моему. Ну, примерно по кирпичку в минуту. Примерно. Учитывая, что некоторые быстрее, некоторые дольше. И до некоторых еще добираться надо. До всех добираться надо еще. Так, где-то вот здесь вот снизу. Ух ты, куда? Сейчас с такой скоростью башкой об землю бы ударился. Так, я понял, здесь нужен невидимый персонаж. Скорее всего, он здесь вот будет получен, да? Для этого у нас пингвин есть. Куда ты пошел? Хорош. Нет, это электрический костюм. Нет, подожди, электрический костюм Бэтмена нам не нужен. Тут мы электрическое существо отключим, но зачем? Это что-то непонятно. Ладно, допустим. Давай сыграем в эту игру. Правда, мы это и Джокером могли сделать. Но да ладно, пускай будет на всякий случай. И чтобы что? И с другой стороны, да, включить надо будет. А, подожди, возможно, вот костюм. Ну ладно, давай это попробуем на всякий случай. Раз мы уже взялись. Понятно, это костюм про... Ясно, звуковой. Это нам не надо, мы могли бы просто так вот сделать. Плохо, что сначала на тот костюм наткнулись, а не на этот. Ну, брось ты. Угу. Все, и невидимкой побежали. Хорошо. Ой, главное, чтобы сейчас не забагалось, не захлопнуло нас, если Робин подойдет. Так, теперь снова берем Супермена, только сначала выйдем отсюда. Угу. Так, где? Ого. Аж там где... А, вот сюда. Ага, вижу. Ой, еще и чувак какой-то орет. Да спрыгни. Почему ты не реагируешь так? Так, я слышал, что мы два кустика сломали. Почему тут только один сломан? Так, хорошо. Еще один. О, видал? 8 минут, а и мы примерно 8 кирпичиков собрали. Сейчас вот этих вот, которые орут, help, 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 их тоже будет очень легко освободить. Только они, по-моему, фиолетовым должны отмечаться, а не... Правильно? Они же фиолетовым должны отмечаться, человечки, а не просто желтой стрелкой. Да запарил. Угу. Давай пока... карту нельзя включить. Ладно, мы видим желтые стрелки перед нами. К ним и пойдем. Угу. Поднимайся вверх. Короче, просто стрелку вверх жмешь. Это когда прицел поднимается вверх. Лететь не надо, он просто сам будет подниматься. Если просто стрелку вверх поднять. Стоп. А, здесь нужен просто мистер Фриз. Ой, ну это вообще фиг. Стопэ, нет, давай просто вот так вот сделаем. А, ты нас не поднимешь, я понял. Тогда вот так. И у нас есть он. Где он там? Да, вот он, мистер Фриз. Подожди, а... Получается, в DC есть и мистер Фриз, и капитан Холод? Либо это один и тот же человек, либо это два абсолютно одинаковых персонажа. Ну, силы одинаковые. У того ледяные пушки. Ну, по крайней мере, по сериалу так было. У мистера Холода. Ой, капитан Холод. Вообще шикарный, мне понравился. О, нет, вот это вот... Гемор, понятно. И как нам туда добраться? Да где-то внизу? Давай посмотрим. Есть тут где-то костюм Робина, не? А чё ты вдруг медленно стал бежать? Да, вот он. Это придется на самую верхушку здания.
Забираться, замечательно. Ну, хотя бы не так часто он. Хотя нет, слишком часто. Абсолютно неинтересное, скучное задание, которое постоянно у нас появляется. Так, а в какую мне сторону крутиться? Куда ты? Ага, вот попробуй под таким углом понять, куда нам надо. Ты можешь повернуться хоть как? Смотри, лево жму, вниз жму. О, наконец, хотя до этого тоже жал. В куда? Ага. Так, хорошо. Так, хорошо. Это мы ворота откроем, еще лучше. Это получается, через несколько зданий надо забираться, да? Туда. Я офигею сейчас, если мы откроем золотой кирпичик, но это еще и не тот будет. Еще больше офигею, если это не будет вообще золотого кирпичика. Так, давай так. Давай по шесту лезь. А мы зачем тогда нам эта палочка, если мы просто допрыгнуть можем? Вот здесь она, допустим, нужна. Оп. Ага, здесь, чтобы пойматься. Хотя там все равно снизу лезть надо будет. Так, аккуратно. Ага, тут мы тоже допрыгнули. Да прекрати прыгать. Ага, вот куда нам надо, отлично. Это, я так понимаю, мы выключим электричество? Нет, это мы, скорее всего, просто откроем, да. А электричество отключить нельзя будет, надо будет по этой палке лезть. Можем, конечно, Супермена взять и взлететь, но это дольше будет. Да ты издеваешься. Давай. Да иди в задницу вообще. Да ты что, издеваешься? Хрен с ним. Пускай Супермена. Взлетать мы еще дольше будем. Ну, залазить сюда. Давай вот так вот аккуратно. Замечательно. Пошли за следующим. Их не так много, хорошо осталось. Замечательно. Отлично. Наконец-то. Самая нелюбимая часть Лего-игр. Так, отлично. Это тоже легко будет. Это мы не в парке ли? Просто тут много автомобилей есть. Если это парк, то мы легко сейчас заберем сразу много. Так, еще одну золотую стрелку вижу. Пошли туда. Потом уже, когда золотых стрелок на экране не будет, тогда уже можно будет просто по радару ориентироваться. О, замечательно. Тут еще и... Мистер Фриз, тьфу, антифриз постоянно вспоминаю. Так, где ты у нас? Ага, вижу. Вниз я не собираюсь стрелять. Просто пока ты направляешь, он сам цели ставит. Все, отлично. Ну, мы довольно-таки много уже собрали. Соответственно, на карте не должно прям все в желтых точках быть, правильно? Плюс там много фиолетовых точек. А фиолетовые точки это как раз-таки и есть люди. Но стрелка у нас почему-то все равно желтая. Угу. Да нет, все правильно я выбрал, подожди. О, посмотреть карту. Как бы хорошо, если бы сразу радар включался там, где мы находимся, подожди. Ага, вот и фиолетовый есть персонаж и человечек. Угу, в какой стороне? Вижу. Ой, я его даже слышу. Ой, желтую стрелку вижу. Господи! И тут тоже нахреначили этих невидимых стен слишком большие. Блин, слишком толстые невидимые стены. Да ты задрал орать, ну. Вот, я пришел. Место. Так, и сразу здесь, где-то на парковке, должен быть какой-то там автомобиль. Сейчас давай посмотрим, где он. Так, где? И главное, какой? Ага, вижу. Полицейский автомобиль есть. Далее. Вот теперь каждый раз вниз надо опускать стрелку, что тоже неудобно. Вот здесь. Это не... Подожди, а это не этот фургон? Как его? СМИ. Не? Не фургон новостников, который мы в прошлый раз нашли, хотя он багался. Не хотел появляться. Не он ли это?
Так куда он исчез? Мы прилетели, что ли, куда надо? Ай, каждый раз вот так вот сильную карту надо пускать. Не, мы как будто бы да. Как будто бы он вот здесь должен быть. Стой, 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 там внизу что было? Не оно? Да явно нет, но... А, сесть, не-не-не. Нам еще рано, подожди, вот здесь может... Вот он, вижу, 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 вот это 100% он. Да, видишь? А, это тоже полицейский фургон, плевать. Так, 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 дальше. Так, мы вот здесь. Ой, ну вот здесь давай. Тут и пожарная машина, и еще один человечек есть. А, это, по-моему, тот, которого мы и не забрали, да? Хотя надо было. Который возле воды, если это он. Да-да-да, я слышу, подожди. Так, и прям вот здесь где-то будет пожарная машина, правильно? Так, 96,2% пройденной игры. Осталось чуть-чуть, наконец-то. А прикинь, после этого еще каждый раз умирать. Где? Где-то вот сюда вот. Видимо, правильно летел, но во дворы внутренние надо залететь. Так, где-то... Так, где? Ой, запарили, а. Ты бесишь. Так. Так, так, так. Вот где-то вот здесь должно быть. Стой! Полетел он, а? Я не жал, чтобы ты летел. Наконец-то. Ты куда ты сдул? Шикарно, если бы он сейчас сдул, и автомобиль сквозь стену бы проехал, и все. Так, вот еще золотая точка. Стой, просто поднимайся. Угу. Где-то здесь, но где-то недалеко должно... Ага, вижу. Опять! Ну, хотя бы где-то близко, не? Так, тут по палкам надо... Ну, слезть, не позорься. Так, где-то вот с этой стороны падать надо. Ага, вижу, вижу, вижу. И, скорее всего, вот это вот. Поверни пока. Оп-оп-оп-оп-оп. Да, и, скорее всего, это оно. Я слышу опять, Хелп кричит потом. Кстати, жители в беде, там всего пару вариантов. По-моему, на гидранте подпрыгивает, съела растение и замерз, правильно? Неужели, ну, реально было так... А, и пингвины окружили, точно. Четыре варианта. Так сложно было, что ли, еще что-нибудь придумать? Ну, маленькое разнообразие. И если делаете так много, ну, сделайте что-нибудь тогда разное. Зачем делать 100, но одинаковых? Давай вот так. Оп. Хорошо. Так, ага, отлично. Хотя бы тоже не сильно далеко надо прыгать. Так. Вот зачем ты вперед тогда прыгиваешь? И ты уже в целом над крышей, ты можешь просто... Подпрыгнуть. Давай так. Забираем еще один. Замечательно. Теперь на карте тоже следующую метку можно будет ставить, когда прогрузится, наконец. Угу. Посмотр карты. Так, так, так. Угу. Давай вот сюда вот пойдем. В целом уже все равно куда идти, их все равно не так много осталось. Так, 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 ага, где-то вот тут. Но если он орет, значит он где-то внизу должен быть. Ага, слышу. Понял, с другой стороны. Вот зачем вы вот так вот карту делаете, а? Чтобы он перед лицом был.
Так, дальше. Что у нас тут есть? О, еще много. Давай вот сюда вот пойдем. Стой. Вот где-то с той стороны должен быть. Стоп, начинает еще сюда. Вижу. Да что ж ты орешь-то, а? Ну, хотя бы крики исчезали бы, когда я в упор подхожу. Ну, хотя бы, когда в камеру попадает он. На расстоянии, не знаю, полуметра. Ну, хотя бы здесь остановите крики. Угу. Далее. Ох, надеюсь, что-то... Нет, только не костюм снова Робина. Ну, пожалуйста. Невидимый костюм Бэтмена ничуть не лучше. А, я помню, вот это мы забили в прошлый раз. А где нам его найти? Невидимый костюм Бэтмена неужели в самом низу где-то? Так, я вижу, вот здесь забраться нужно. Значит... Если мы тут забираемся... Ладно, давай вот этого вот спасем, потому что он задрал орать. Истеричка. Где ты? В смысле лазер отражается? Он сейчас ото льда отражался. Что вообще значит? Все? Наконец-то. Так, дальше. Вот здесь, где? Вижу. Стоять. Так. Мэн-бэт, и потом меняем на Бэтмена. Класс. Молодец. И камеру вообще не смущает, что я прям перед ней стал невидимым. Ну ладно, камерой, скорее всего, управляет вообще ничего. Стоять аккуратно. Ай, да куда ты? Не дай бог, она мне сейчас еще за карту выкинет. Да почему ты невидимость отключил? Все отлично. Вон перед нами еще какая-то желтая стрелка. Еще транспорт надо будет покупать. Ня. Давай вот так. Стой, вот он парк, про который я говорил. Здесь много чего будет. Да ты издеваешься. Снова Робина костюм нужен. Серьезно? Так. Магнитный нет, нам он не нужен. Прекрати делать, что тебе захочется. И летать куда захочешь. Летай, пожалуйста, куда я направляю. Надо поскорее жителей спасти, чтобы он не орал. Вот ты не слышишь, а я слышу. Ну, ты, скорее всего, не слышишь. Потому что он далеко звук. Даже издалека слышно. Зачем вообще крики добавлять, если у нас есть стрелки? Плюс карта. М? Вот на кой хер? Сука! Вы прикалываетесь вообще. Куда ты повернул, а? Вот зачем? Я просто персонажа менял. Зачем? Зачем костюмы нужны? Ну зачем? Ну сделайте вы как в Лего в Star Wars. Идеально же было. Когда никаких костюмов нет. Просто персонажи есть. Причем очень многие просто повторяются. Ты любого можешь выбрать, который тебе нравится, и иди, все. Делай задание, и все. Нет. Тут нужно какого-то конкретного брать. Дальше. Так, мы вот здесь, да? Тогда пошли вот сюда вот. Так, персонаж какой? Супермен нам нужен.
И город так и не очистился до сих пор. Что напрягает. О, отлично, идеально. Так, далее. Супермен сейчас возьмем, как только можно будет. Угу. Так, вот здесь что-то подозрительно. Как-то легко. Ага, понял, кустики. Хорошо. Вот смотри, вот эти золотые кирпички, а ну-ка. Нет, все равно загрузка идет. Но золотые кирпички с чем не идет? С покупкой машин не идет загрузка, да? Но фактически же игра тоже сохраняется, правильно? После машин или нет? Потому что если да, то получается вы можете сделать загрузку, чтобы она не задалбливала. Зачем тогда делать такую ублюдскую? Так, это что? А это нужно нажать, но чтобы нажать, ну, нужно быть невидимым. Крутые правила. Крутые. Так, и зачем я это сделал? И как тогда нажать? А здесь ты уже нажать не можешь, да? Потому что нужен Бэтмен. Классные условия, шикарные. А где мне костюм взять? Где-то внизу, естественно. И я переключиться на другого персонажа не могу, прикинь? Все, походу, наигрались. Нет слов. Просто нет слов. Вот как тут можно не беситься? Объясни мне. Как тут может не выбешивать эта фигня? Ладно бы, если бы это были единичные случаи. И в каких-то инди-играх. Но не в которых бюджеты миллионы. Нельзя там, где бюджеты миллионы. Чтоб такой фигней просто занимались. Куда ты? Куда там стрелка показывает? Восклицательный знак, точнее. Где восклицательный? Блять, еще и чтобы восклицательный знак появился, надо два круга делать. Осматривать вокруг себя. Какого хрена? Так, он мне показывает в эту сторону. Где тут желтая стрелка? Я ее мимо поставил, что ли? Ну чё вы меня тогда дрочите, если я все правильно поставил? Почему вы мне показываете хрен знает какую стрелку? С правой стороны почему стрелки нет? Лодка с клоунами. С разработчиками или кто там? Подожди, я опять что ли вынырнул в бассейне в центральном? Блять, как это получается так? Единственное оправдание у них будет, если это какой-то лор игры, про который я даже не слышал. Про типа всех, кто умирает в Готэме, кто тонет, появляется в этом фонтане. Это единственное их оправдание будет. Ой, а где вот это вот? Чё? С разных ракурсов камеру, чтобы ставили. Чё это не поставили в этот раз, а? Какой негативчик-то, а? Не, это меня так выводит из себя. А что? Как они рассчитывали, дети будут в это играть?
косяки на каждом шагу, а. Так, хорошо, осталось всего 4 кирпичика. Всего 4. И все. Всего 4. 4 кирпичика. И все. 4 кирпичика. Гребаных. Все. Всего 4 кирпичика. Спокойно. Осталось не так много. Фух, всего 4. 4, 4, 4. Здесь. Нужен невидимка Бэтмен. Хорошо, ничего страшного, не переживай. Ничего, ну развернулся он в который раз. Просто так. Бывает. Давай, открывай. Где это чепушило? Хорошо. Это летающий Бэтмен, да? Даже не спрашиваю нахрена. Просто пошли. Пошли вот так вот. Хорошо, вот так вот. Поднимаемся. Глаз уже дергается. Да просто нажми ты, ё-моё. Все, невидимка, хорошо. Все в порядке. Бывает и такое. Просто досточка, который должен магнититься персонаж, и он магнитится, когда не надо. А когда надо, не смагнитился. Бывает, ничего страшного. Пробуем просто еще раз. Вот, сейчас он примагнитился, хотя я даже не допрыгнул до него. Ладно, ничего страшного, бывает. Ничего. Осталось чуть-чуть. Спокойно. Забрали. Золотой кирпичик. Замечательно, все. Осталось всего 3 кирпичика, и мы их видим. Раз, два, ну и треть не видим. Потом увидим. Так. Супермен, у меня жопа затекла уже. Что вот здесь вот могут показывать? Стой. Где мы и так внизу, да? Да, мы и так внизу. С какой это стороны? Где? Ой, как давно не было этих коробочек, а? И опять же, сколько персонажей в игру нахрен ненужных добавили, а коробочки есть только у скольких? У Джокера, у Загадочника и все вроде. Ну, по крайней мере, других не помню. Может, еще какие-то были. Но их явно было меньше, чем этих двоих. Хотя Загадочник, я не помню, чтобы он был прям каким-то культовым персонажем. Чтобы прям все... Ага! По Бэтмен, да, есть такое, слышал. Супермен тоже слышал. Чтобы прям Загадочник, ну... Такого я не слышал. И не видел. Ну, может, у нас такого нет. Может, это где-то в США и есть. Поклонники прям Загадочника. Фанаты. Ага. Есть такое. Отлично. Замечательно. Вот видишь? Здесь, вот, здесь есть загрузка, но мы в этот момент можем двигаться, понимаешь? Почему, соответственно, если вы это можете сделать, вы не сделали везде и сразу? М? Почему? Здесь лучше Джокером отключить на всякий случай. Хотя не надо лучше ничего трогать. Просто пошли, найдем, где оно. Так вот здесь, значит, куда-то упасть, хорошо. Вот он и невидимый костюм. Но нам он нахрен не нужен, понимаешь? Ладно, пускай невидимый будет. А, нет, стоп, он нам зачем-то там нужен был. Пошли. Это последний кирпичик остался, и все. Потом одного человека спасти, это 251 кирпичик будет. А, нет, все правильно. Мне показалось, что уже 249. Да свалите вы нахер отсюда. Два кирпичка, и все, всего два кирпичика. Два, всего два кирпичика. Мы уже почти пришли. Все, пошли. Ты же и так... Под напряжением. Как хорошо, что я здесь Джокером не отключил. Иначе, я не знаю, пришлось бы опять перезагружаться. Хорошо, последний остался. Тоже бесяч, который будет орать. Ничего страшного.
просто орущий остался. И все, и все, и все, и все. Где он там? Ох, далековато. Все, остался последний, последний, последний. И все. Он где-то прям возле воды должен быть. Правильно, вот-вот-вот. Стой, стой, стой. Хорошо. Все, хорошо. Все 250 золотых кирпичиков есть. Правильно, это 100%. Ну, плюс один персонаж. Еще остался 99,6, где-то. 99,8. Все, последний персонаж остался. Мне прямо интересно, кто это может быть. За кого мне пришлось 250 золотых кирпичиков отдать. Давай. Ох, вот это я был бы в бешенстве, если бы... И, наверное, на 100% бы не проходил, если бы кирпички пришлось бы отдавать. Миссии никуда бы не исчезали. И нам каждый раз нужно было бы их собирать заново. Так, а это под ногой у него или где? Или это дальше показывает, да? Надо было на карте пос... Стоп. А, ну где-то на здании даже было, наверное, да? Стоп. По-моему, даже вот где-то с этой стороны. Нет, скорее всего, наверх. Стой, повернись, повернись, повернись. Тут нет, просто наверх летим. Где у нас? Вот здесь вот. Да-да-да-да-да, вижу. Спокойно. Это не то, что ли? Нет, то. Супергерл, серьезно? Что она такого умеет, что за нее надо было 254 кирпичка? Или тогда просто в тот момент просто вышел этот... Сериал Supergirl, и поэтому она столько стоит. Типа, всем понравился сериал, и они такие, ага, да, я хочу ее. Так, дуть умеет хорошо, то есть она то же самое умеет, что и Супермен, да? Возможно, мне кажется, но, по-моему, в управлении она не такой ублюдок. А ну-ка, подожди-ка. Подожди, сейчас попробуем в упоре зданий, когда надо взлетать. Не понял. Она, походу, нормальный персонаж. Единственный тут, который летает адекватно. Так, ускорение тоже есть. Хорошо, а если вот так вот мне надо взлететь? Нет, у нее тоже есть этот разворот. 100%. Ура! Да-да! Все, 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 все. Есть все персонажи, смотри. Вот, все персонажи есть. Есть 100%. Да. На этом все. Можешь подписаться на канал. Ой, написать, какую еще ты игру хочешь увидеть. Ну и все. Скоро увидимся. На следующей игре какой-нибудь.